Телеграм-канал администрации Самары от лица сотрудников ГИБДД напоминает участникам дорожного движения, что весной нужно обращать повышенное внимание на ситуацию на дороге. При колебаниях температур воздуха между отрицательными и положительными значениями в дневное и вечернее время образуется гололедица. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию. Также нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что для отдельных категорий граждан предусмотрена компенсационная выплата на приобретение и установку автономных пожарных извещателей. Этот прибор быстро среагирует на дым и подаст громкий сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека. Выплата предоставляется однократно в размере не более 3000 рублей. Для ее оформления можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. В Кировском районе Самары прошел районный этап соревнований по мини-футболу «Зимний мяч». Энергичные и талантливые мальчишки продемонстрировали свои спортивные навыки на футбольном поле в манеже «Луч». В ближайшее время пройдут не менее захватывающие игры среди команд девочек. Тройка лучших команд, занявших призовые места, будет отмечена почетными наградами – медалями, кубками и дипломами.